Вопросы двустороннего сотрудничества, борьбы с терроризмом, скандал вокруг панамских документов и другие темы обсудили на франко-германском саммите в Ницце президент Франции Франсуа Олланд и канцлер Германии Ангела Меркель. Но в центре внимания встречи оказалась тема кризиса с мигрантами в Европейском Союзе. Париж и Берлин выступили за обеспечение действенного контроля на внешних границах Шенгенской зоны. В ходе переговоров с канцлером Германии Меркель мы пришли к единому мнению относительно того, что необходимо как можно быстрее вернуться к существующим процедурам работы Шенгенской зоны, то есть контролю над внешними границами, обеспечивая в то же время достойное возвращение тех, кто не смог получить статус беженца и остаться в Европе на законных основаниях. И в этом заключается смысл соглашения с Турцией, сказал Франсуа Олланд. Ему вторила Меркель. Из соображений безопасности, ради доверия наших граждан, мы должны показать, что мы в состоянии защитить наши внешние границы. Если вы посмотрите на географическое положение Европы, вы увидите ситуацию и поймете, что морские границы труднее защитить, чем сухопутные, и что нам нужно сотрудничать с нашими соседями. Это относится к Турции, и теперь это будет касаться Ливии. В ходе саммита Олланд заявил, что Франция и Германия, невзирая на результат референдума в Нидерландах, продолжат оказывать поддержку соглашению между Европейским Союзом и Украиной. Меркель выразила уверенность в том, что Нидерландам и институтам ЕС удастся решить этот трудный вопрос.